Это была острая проблема жителей улицы Коммунаровской, что в Ленинском районе. Отсутствие фонаря ночного освещения грозило травмами и нежелательными встречами поздним прохожим. Теперь это в прошлом. По инициативе народного депутата Украины Евгения Морозенко, сейчас здесь устанавливается энергосберегающая система освещения с применением ноу-хау, работающая на солнечных батареях. Это первый новый светильник, который сооружается при поддержке Евгения Морозенко, а всего в ближайшие дни их будет установлено более 10. Устанавливаем солнечные батареи вместе со светильниками, комплектующие полностью все, чтобы независимо от электроэнергии. Ну и людям, естественно, благополучие тут, чтобы освещало. Конечно, будет замечательно. Там где-то один горел, то не горел, но было темно. Самым детям будет хорошо, как раз это самое будет вот это освещение. И вот этому дому, и школе это освещение. Конечно, это очень даже хорошо.